6-1, кажется, никаких проблем в этой игре против команды, которая очень громко заявила о себе в начале турнира. Первые игры «Гараж» очень долго держался, и вот последние две игры завалился на сильных соперников. Пожалуйста, комментарий к этой игре. Ну, первые игры у них были просто попроще. Была нижняя таблица у них, поэтому они как бы и очки свои взяли на своих играх. Сейчас более соперники стали более пожестче, более посерьезнее, поэтому и потерячки у них. Ну и мы тоже тактику поменяли. В прошлый раз мы играли от своих ворот, а в этот раз мы уже первой смены начали играть в пресс. Поэтому и результат налицо сразу. 6-1, пожалуйста. А что сейчас, что происходит в тренировочном процессе и вообще, что планируете, чтобы что-то дать, ну скажем так, в противовес команде Ошиконс, которая сейчас 7 подряд побед и вообще без вариантов? Ну, на данный момент игроки еще подходят к нам. Новые лица, я вижу каждую тренировку, но некоторые приходят, некоторые уходят. Тренировочный процесс мы пытаемся каждую тренировку поменять. Новые как бы ротации дать, новую какую-то тактическую игру. Но в основном второго плана хотим играть игру. Желаю ваш опыт вам в помощи в следующих играх. Спасибо большое вам. Спасибо, Никита.